Hi guys, welcome back to Junior's Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет, and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is the youngest hero of Russia. This feat of the tankers past 80 peacekeepers. And credit to the owner also with the video to new soldat. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button. Click on the notification bell so that you'll be updated on future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in one section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. I really want to give some little information with regards to this video. This feat of the tankers is past 80 peacekeepers, the youngest hero of Russia, a resident of Yekaterinburg, Sergei Mikhailunov, being a 22-year-old tank commander without firing a single shot, saved 80 peacekeepers. Oh, wow, really? And single-handedly delayed the advance of troops in Chakin Valley during the war in South Ossetia and Georgia. He became the youngest military man to receive the title of Hero of Russia. Oh, bravo! The feat of the simpler tanker is an unthinkable story from life worthy of publicity. Wow, amazing information. I'm so excited. I cannot wait. Let's get to it, guys. Enjoy. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English or whatever language that you want to choose. Let's get to it. And I want to hear also. Wow. Героями рождаются или становятся? И что в голове у человека в момент, когда он без единого боеприпаса идет в лобовую на противника? Житель Екатеринбурга. 22-летний командир танка. Не совершив ни единого выстрела, он спас 80 миротворцев, в одиночку задержав наступление войск. Он стал самым молодым героем России. Кто он? Расскажем сегодня все, что смогли узнать. Приветствую, на связи Нью-Солдат. И мы начинаем. В июле 2008 года батальон российских танкистов находился на учениях на Манисонском перевале, недалеко от российско-грузинской границы. Занимались обычной для таких случаев учебно-боевой работой. Отстрелялись. Стали готовиться к возвращению в ППД. Не спешили. Ночь, тревога, марш. По дороге сержанту Сергею Мыльникову ни о чем особенном не думалось. Приказ есть приказ. Впереди столица Южной Осетии. Командир роты, капитан Юрий Яковлев, был краток. Идем на штурм Схинвала. Кто не уверен в себе, выйти из строя. Никто не вышел. Ни один человек. Задача стояла простая. Четырьмя танками пробиться к расположению батальона миротворцев и удерживать занятую позицию. 8 августа 2008 года в составе батальонной тактической группы под командованием командира танковой роты капитана Юрия Яковлева Сергей Андреевич Мыльников одним из первых выдвинулся навстречу противнику на территорию Южной Осетии. 7 августа он позвонил отцу, рассказал о командировке и добавил «маме ни слова». В ночном бою с 8 на 9 августа группа захватила военную базу грузинских войск в районе населенного пункта Хитогурова, принудив бронетехнику противника к отходу. С утра 9 августа тактическая группа продолжила наступление на Цхинвал. 17-километровый тоннель прошли в противогазах. От выхлопных газов танков, самоходных артиллерийских установок, БМП было трудно дышать. Уже потом узнали, что грузины в этот день собирались взорвать тоннель, но не успели. Во время движения колонна российских войск подверглась атаке противника. Однако капитан Яковлев выдвинул свои танки навстречу грузинским частям, сковав их действия боем. Тем самым он позволил батальонной тактической группе российского 135-го мотострелкового полка выйти из-под обстрела и занять выгодный рубеж для перехода в контратаку. Несколько снарядов разорвались недалеко от наших танков, но не причинили им никакого вреда, вспоминает Сергей Мыльников. Грузины не ожидали, что мы так быстро пройдем Рокский тоннель. Они и представить себе не могли, что мы всего на двух танках сходу будем атаковать их.
Во встречном бою командир танка Т-72 1-й танковой роты 141-го отдельного танкового батальона 19-й мотострелковой дивизии сержант Мыльников в составе экипажа уничтожил 3 единицы бронетехники грузинских войск БТР и БМП. Утром 9 августа 2008 года 4 танка Т-72 передовой группы вошли в Цхинвал, который контролировался грузинскими войсками. Когда мы подъехали к батальону, то поразились увиденной картине. Казармы и котельные разрушены, санчасти, новая медицинская машина уничтожены. Потери миротворцев убитыми составляли 12 человек, были еще ранены, рассказывал позднее самый молодой герой России. Друзья, если кто-то из вас был участником событий августа 2008-го, то расскажите об этом в комментариях под видео. Что вам тогда удалось пережить? А мы продолжим. Танкистам удалось прорваться к позициям миротворческого батальона российских войск. Однако следовавшие с ними мотострелки были отсечены огнем. После многочасового боя 9 августа группа капитана Яковлева израсходовала почти все боеприпасы. Был потерян один танк, и один военнослужащий получил ранение. Экипаж танка Т-72 под командованием сержанта Мыльникова уничтожил в этом бою еще 2 танка и 3 единицы легкой бронетехники. Своими действиями танкисты спасли окруженных миротворцев от уничтожения. Однако атаки на гарнизон миротворцев продолжились. После артиллерийского обстрела грузинская пехота при поддержке танков подошла почти вплотную к оборонявшимся танкистам и миротворцам. Танк Мыльникова действовал как кочующее огневое средство, постоянно маневрировал. Командир танка по максимуму использовал достоинство Т-72. Метким огнем поражал живую силу и технику противника. Танк получил 4 прямых попадания, 2 из пушки БМП и 2 из РПГ. И экипаж был вынужден покинуть поврежденную машину, в которой уже закончился боекомплект. На промахе мы права не имели. Каждый снаряд наших танков накрывал цель. Через 2 часа в мой танк попали 2 гранаты РПГ и 2 снаряда из пушки БМП. Динамическая защита отлетела, вышла из строя система поворота пушки, закончились боеприпасы. Тогда мы приняли решение покинуть танк и присоединиться к командиру миротворческого батальона, чтобы из казармы управлять огнем танков. Впоследствии я переходил с танка на танк, поскольку полностью владел обстановкой на поле боя, ведь 2 других наших машины прикрывали батальон с тыла. Когда на 4-м танке иссяк боекомплект, я пробрался в казарму, откуда вел огонь из автомата, рассказал Сергей Мыльников. В то же время противник непрерывно атаковал, а подкрепление, вышедшее на помощь миротворцам, было остановлено грузинскими войсками в нескольких сотнях метров от гарнизона миротворцев. Кольцо вокруг городка миротворцев сжималось. Отходить навстречу высланному подкреплению под ожесточенным огнем было невозможно. Тогда молодой боец совершил невозможное. Он пробрался к своему разбитому безоружному танку и для обеспечения прорыва на максимальной скорости выдвинулся навстречу противнику. Друзья, а вы бы решились на такое? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео. А мы идем дальше. По воспоминаниям Сергея. Надо было что-то предпринять, чтобы не попасть под их обстрел. Выиграть время, подождать подмоги нового боекомплекта. Вот я и выехал вперед прямо на них и, видимо, испугал. Они отступили. Мощь грозной боевой машины и решительность русского танкиста обратили противника в бегство. Мыльников преследовал его почти 1,5 километра, а потом доложил по связи «можно начинать отход». После этого оставил танк и присоединился к своим. Миротворцы уходили по полю с женщинами-медиками и ранеными на руках. Вражеские пехотинцы преследовали их 5 километров. Бойцы роты спецназа остались прикрывать боевых товарищей. Прошли поле, начались окраины Цхинвала, небольшое село и дальше горы. В лесу группа разделилась на 2 части. Сержант Мыльников и другие танкисты выходили в составе группы из 30 человек. Уже тогда он знал, что еще вернется в южный лагерь, где оставался его танк и погибшие миротворцы, которых укрыли в подвале котельной. В Цхинвал Сергей вернулся 13 августа. На улицах полуразрушенного города, вблизи разбитого и сожженного городка миротворцев, стояли подбитые грузинские танки и БМП. В те часы, когда Сергей вел бой с грузинскими подразделениями, его родные в Екатеринбурге пришли в Свято-Троицкий кафедральный собор. Они молились за сына, который не отвечал на телефонные звонки.
когда по телевизору день и ночь показывают кровопролитные бои в Цхинвале, оставалось надеяться только на чудо. Долгожданный звонок от сына раздался 13 августа. Он успокоил. «Я жив, здоров, не ранен». Чуть позднее он узнал от комбата, что командование представило его простого солдата к званию Героя России. Сам даже сперва не поверил. «Нашего брата-солдата в основном награждают посмертно», — просто и спокойно говорит Сергей. Для себя он сразу решил, бравировать столь высоким званием никогда не будет. Разве что один раз воспользуются льготой при поступлении в ВУЗ. Но об этом вы узнаете из справки о герое. Итак, справка. Сергей Андреевич Мыльников родился 8 февраля 1986 года в городе Екатеринбург, Свердловская область. Отец Андрей Дмитриевич работал главным конструктором в научно-производственном предприятии «Уралэлектрощит», затем директором ООО «Электрощит». Мать Людмила Николаевна преподавала уроки труда в школе номер 44 города Екатеринбурга. В годы Великой Отечественной войны дед Сергея был военным летчиком, бабушка служила медсестрой на фронте. В 2003 году окончил среднюю школу номер 44 родного города. Позже, в 2005 году, завершил обучение в Екатеринбургском профессионально-педагогическом колледже по специальности автоматизированной системы обработки информации и управления. Трудовую деятельность Мыльников начал в декабре 2005 года с должности слесаря механосборочных работ общества с ограниченной ответственностью «Электрощит». Через год, в декабре 2006 года, молодого человека призвали на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Сергею в свое время повезло, он оказался в последнем уходящем в армию на 2 года призыве. Перед этим в военном комиссариате ему сказали, что пойдет служить либо во флот, либо в танковые войска. Судьба распорядилась так, что он оказался среди танкистов. Прохождение действительной воинской службы Сергей начал в 473-м окружном учебном центре Приволжско-Уральского военного округа, расположенного в поселке Елань Свердловской области, где получил воинскую специальность. К ее освоению Сергей относился серьезно, хотя вряд ли предвидел, что полученные знания вскоре придется применять не просто на практике, а в реальном бою. По выпуску общую пятерку ему не поставили, но научили всему необходимому. Как оказалось, основательно. Остальное отшлифовал уже на месте, в отдельном танковом батальоне, куда попал по распределению. Затем вошел в состав 19-й мотострелковой дивизии Северокавказского военного округа, находящуюся в городе Владикавказ. Далее, в начале 2008 года, военнослужащий принял решение продолжить военную службу, но уже в качестве контрактника, и, подписав соглашение, занял должность командира танка. Сергей старался подобрать себе слаженный экипаж нормальных пацанов, с которыми хоть куда. Командир роты не препятствовал, даже помогал ему в этом вопросе. Времени все-таки понадобилось достаточно много. Кто-то увольнялся в запас, кто-то относился к службе спустя рукава. Тем не менее, удалось добиться того, что в каждом из боевых товарищей сержант Мыльников был уверен на все 100. И, как оказалось, вовремя. Указом президента Российской Федерации от 19 сентября 2008 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Южной Осетии, сержанту Мыльникову Сергею Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. С октября 2008 года старший сержант Мыльников находится в запасе. Впоследствии окончил Уральский государственный технический университет УПИ имени первого президента России Бориса Ельцина и Академию труда и социальных отношений. В 2009 году женился. Жену зовут Марина. В 2010 году семья Мыльниковых получила однокомнатную квартиру в микрорайоне Пионерский, а затем земельный участок в поселке Шабровский, где они построили дом. В 2010-2012 годах являлся членом Общественной палаты Российской Федерации 3-го состава. По состоянию на начало 2009 года проживает в городе Екатеринбург, работает в должности слесаря-сборщика ООО НПО «Уралэлектрощит». Какой он человек? Самый молодой герой России. Поволноваться по-настоящему Сергею Мыльникову, по его словам, пришлось не в бою, а в Кремле, когда президент Дмитрий Медведев вручал ему золотую звезду героя. Боялся забыть приготовленную речь, но все обошлось благополучно, улыбается Сергей. Что еще? Быть может, то, что высокая награда никак не изменила характер танкиста. Когда через год его пригласили в Екатеринбургскую мэрию за ордером на квартиру,
Он пришел не в кителе с наградой, а в пиджаке и без галстука. Надувать щеки – не его стиль. Даже на общероссийскую встречу героев России 2013 года Сергей Мыльников явился не в полной форме, а в штатских брюках и кителе, надетом на белую рубашку. Самый молодой герой России обладает редким обаянием и доброжелательностью. При этом он не рисуется, не пытается уйти от разговоров о том, что произошло в Цхинвале в августе 2008 года. О сыне Людмила Николаевна рассказывает с нежностью. Сережа всегда был добрым, отзывчивым, щедрым. Трудолюбие в нем заложено от рождения. В домашних делах он мой первый помощник. В школе номер 44, где я преподавала труд девочкам, Сергей мог собрать и отремонтировать мебель. Помню, в старших классах он с товарищами отремонтировал кабинет, подготовив его к началу нового учебного года. Решение идти служить Сергей принял сам. Мы его провожали в армию, но не на войну. Сережа – обычный мальчишка, который любил в детстве играть в футбол, покопаться в технике, открытый и доброжелательный по характеру. Вот такой самый обыкновенный герой России. На этом все. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то не скупитесь на лайки и комментарии. А также расскажите нам о тех, кто, по вашему мнению, достоин того, чтобы мы посвятили ему следующее видео о героях. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самое спорное, интересное и доселе неизвестное. Оставайтесь на связи, друзья. До скорого. Bravo and salute to this amazing young hero of Russia. They really did an incredible job, like supporting or keeping peace. That has being said, that was very well informative video, that getting information of this amazing and incredible hero of Russia, that at least we are very lucky that to know that this hero of Russia, they just giving honor and people of Russia also. It's very an informative video, and I'm so enjoyed listening and watching with this one, because it was a very detailed information and saying with those amazing honorable heroes of Russia, and they deserve those medals, they deserve those awards, those commendations that they have, because they really protect the country. They are there, and these guys, I know how they are smart. As young as 22 years old, being a hero and protect with the country and the people of Russia, and that's an incredible and honorable way of making your country proud and in the world also. And this is how you do it, how you have to make. And I know the families and friends and the Russian are very proud of these guys, because there are a lot of heroes of Russia, and there are fallen heroes of Russia. Eternal memory to all the fallen heroes also who fought for the war to protect in the country, and much love and respect from the Philippines, and salute to all of you guys. Thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junis Blagadag React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, privyet and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.